в Одессу, банда из Амура. В банде были урки, шулера. Банда занималась темными делами, и за ней следила Губчика. Банда занималась темными делами, и за ней следила Губчика. Вер держала баба, звали ее Мурка. Хитрая и смелая была. Даже злые урки и те боялись Мурки. Воровскую жизнь она вела. Даже злые урки и те боялись Мурки. Воровскую жизнь она вела. Друзья, здравствуйте. Зрители, добрый день. Сегодня 1 апреля, пришла пора. Да, сегодня надо разыгрывать всех, обманывать. 1 апреля никому не веря. А я сегодня наметила по плану посеять еще клушу, томат. Вот, приготовила из своих семян. И цветы. Цветы вот. Цинию хочу, вот астру хочу посадить, и еще томат у меня из своих семян, вот золотое сердце хочу еще посадить. Он толстостенный, такой оранжевый, они такие плоды подходят для засолки хорошие. Когда в банку положишь красные, желтые и оранжевые, такое ассорти красивое получается. В общем, я их для засолки 3 штучки посажу, наверное. 3. Вот сюда. А потом их распикирую. Ну, начнем с клуши. Вот тут у меня вот такая емкость. Навела теплую воду. Немного там марганцовки. Для обеззараживания. Слабый-слабый раствор марганцовки. Для обеззараживания, сказала уже. Так, пусть пока впитывается. Сейчас достанем клушу. Руки как крюки. Привыкла заниматься мужской работой. И руки огрубели. И такие вот мелкие, мелкие работу такую уже трудно. Не слушаются руки-то. Ну вот, тут впиталась. Сейчас мы утрамбуем немножечко, выровняем. А она и не пролилась, не промокла. Надо еще. Очень сухая земля. Она у меня уж тут стоит. Сколько долго? Месяц уже стоит, приготавливаю заранее. Пока пусть впитывается, можно подписать сначала. Вот здесь подпишу. Первое апреля. И вот так вот поставлю вот сюда. Видно? Будет у меня здесь стоять такой ориентир. Ну все, впиталась. Теперь, наверное, хорошо полилась. Полкушина вылила. Один посажу посерединке.
а 4 по краям. Ну, конечно, я не 4, я посажу 5 еще. Так, вот уже 5. Ну, еще посажу в серединку еще один, на всякий случай. Потом я их удалю, конечно. Мне столько много не надо. У меня южная сторона, поэтому растет быстро. Солнца много. Некоторые у нас хозяйки и 6 числа, и еще даже позже садят. Но я что-то 1 всегда придумала. Раньше садила все в марте, в феврале даже некоторые сорта, а потом перешла на поздние сроки. Все. Семя в землю, плод на стол. Надо говорить: Господи, благослови. Отодвигаем в сторону. Будет стоять пока здесь на столе. А это, наверное, так, вот это. А куда же золотое сюда? У меня здесь вот землю принесла. С дачи хорошую землю. Сейчас нагребу. Вот сюда. Здесь у меня будет золотое сердце. И, пожалуй, вот сюда. Три посажу в 3 стакана. 3 емкости. Здесь уже полито было когда-то, теперь уже засохло. Так. Пока впитывается. Вот у меня тут сколько семян. Все, хватит. А то опять потом жалко будет выбрасывать. Посажу больше, а потом, думаю, вырву, а потом не удалю, и жалко удалять. Вот и все. Обязательно подписать надо «Золотое сердце».
1 апреля. Здесь тоже золотое сердце. 1 апреля. Да. Астра Серебряная башня. Вот сколько семян, все посажу. Она плохо всходит. Может вообще не взойти. Заодно полью вот эту цинию. Не рано? Да, наверное, нормально. Сейчас. Астра всегда плохо всходит. Ну, сходит иногда. У меня как-то хорошо они росли. Когда, видимо, сажу, не так, неправильно. Или семена какие-то бывают. Старые. Или я сильно глубоко их сажу. Надо чуть-чуть присыпать и не заглублять. Вот так вот. Еще пролью их, чтобы они промочились. Воды уже. Надо идти за водой. Они сильно не любят, чтобы влажное было чуть-чуть. Так, я сейчас их чуть-чуть присыплю. Что, не видно больше их? Все равно просвечивают. Все. Вот тут открылась, тут открылась. Вода размыла. Так, мы сейчас закопаем. Все. Вот так будет у меня астра. И здесь у меня будет цинния. Цинния всегда хорошо растет. Поэтому я за нее не переживаю, что она взойдет или не взойдет.
Вот сколько семянышек. Сейчас пойду дедушку разыграю. Только как? Подскажите мне, как его разыграть. Скажу, гости приезжают. Скажу, давай готовиться, встречать гостей. Будешь ждать гостей. Или что-то другое надо разыграть. Сегодня будет у нас ухудшение погоды, ветер, снег. Понижение температуры. Вот так, погода у нас непредсказуемая. Так, все посадила. Здесь астра, здесь циния. Сейчас подпишу, чтобы не забыть, где что находится. Все, посадка закончена. Теперь будем ждать, когда взойдет. У тебя что, сами часы-то говорят, или ты их нажимаешь? А? Часы-то сами говорят, или ты их нажимаешь? Я нажимаю. А что ты каждую минуту их нажимаешь? Проверяю. Каждую минуту? Да пальцо. Так я сейчас вот 3 минуты прошло, и ты 3 раза время посмотрел, нажал. Тебе зачем каждую минуту время знать? Я думаю, они у тебя сами говорят. А он их сам нажимает каждую минуту. Я нажимаю. Я сейчас, пока у тебя тут прибиралась, ты 10 раз уже время посмотрел. Тебе оно зачем каждую 3 секунды смотреть? Я вот дожидаю. Это как концерт. Проверяю. Так суббота сегодня вечером, а время еще такое утро. Утро время-то? 10 утра. А концерт 7 или 6 вечера. Концерт 11:30.
Это воскресенье? Да. А сегодня суббота? Сегодня суббота, что ли? Сегодня суббота, 1 апреля. Так это, 36 это не прошла? Нет, конечно. Сейчас сколько время-то? 10 часов утра. Ну вот, она 7 будет. Вечером. Ну. А я думаю, вчера суббота была. К нам сегодня гости приезжают. Таня, Гена, Максим приезжают сегодня. Что, позвонили? Да. Едут? Едут. Надо готовиться. Ну, это... Ну, будь человеку принимать, что не ругайся, ничего. Вот. А что надо с ними? Хвалить их? Какие вы хорошие, да, а? Не хвалить, ёб твою мать. Не хвали, не надо. И хвалить, ну, не надо? Да, не ругайся. А как же тогда, молчать? Нормально, поэтому... говорить. Ругаться нельзя, хвалить нельзя. А как же тогда? По-другому никак не получается. Так они едут уже? Да, едут. Так они должны уже приехать. Если с утра-то. А нет, с утра, если 8 часов. 5 часов-то еды-то надо. 5 часов ехать, да? Ну, он, Иван Протасов, за 3 часа доезжал на своей машине. Сегодня будет штормовое предупреждение, ухудшение погоды. И завтра. И завтра. Снег, ветер 23 метра в секунду. Температура понизится до минус 10. Сегодня... Галька именинница. Да, сегодня 1 апреля, она сегодня именинница. Не, мне что-то не верится. Не верится? Что приедут. Почему? А сегодня 1 апреля. Никому не верят? Ты не обманываешь? Я обманываю. 1 апреля никому не верю. Ну, значит, они не приедут? Не знаю. Может, и приедут. Так ты же дальше сказала, едет. Я тебя разыграла? Ну, я и понял, 1 апреля сегодня разыгрывать надо. Да. Людей. Да. Сегодня день дурака. День дурака сегодня.
Чего кого или знакомых-то?